Как же получить данные, собственно говоря, игру, которую вот вы сейчас видите, да? Все очень просто. Удивительные фигуры можно наблюдать. Мне кажется, это реально очень круто. Честно говоря, неожиданно для меня, но, наверное, это оно того стоит. Посмотрите, как дым сейчас будет играть. Посмотрите, это просто, просто вот потрясающая фигура. Ну что ж, вот такой вот небольшой замысловатый фокус, поэтому...